Александр Пылаев, давний друг Олеси Бузины. На прошлой неделе в его доме писатель провел последнюю ночь в России. Встревоженным Бузина не выглядел. Напротив, он жил мыслями о новом проекте, ради которого специально прилетел в Петербург. Неприметный дом в самом центре Петербурга сюда. Олесь Бузина приехал, чтобы провести деловые переговоры. Здесь находится одно из крупнейших в России издательств. Оказывается, незадолго до гибели Бузина задумал написать книгу с говорящим названием «Гопак над пропастью». На книжных полках этот откровенный рассказ о нынешней Украине должен был появиться до конца года. Он даже успел подписать договор о намерениях, согласно которому обязался закончить работу над текстом к 20 сентября. Это должна была быть живая книга, в которой были бы диалоги с разными людьми, с разными взглядами. Но в конечном итоге как бы он хотел показать вот та ситуация, которая есть сегодня, это и есть гопак над пропастью. Понятно, тех, кто на Украине правит бал сейчас, книга точно бы не обрадовала. Совпадение или нет, но сразу после отъезда писателя кто-то настойчиво интересовался ее содержанием. Накануне убийства Олеся Алексеевича за день рабочая почта и моя, и моей сотрудницы была взломана. Там содержалась переписка с Олесем Алексеевичем.